продается «Гусь Холмогор». Телефон МТС 227-77-62, 520-83-89. Предприятие «Торено Эко» приглашает за покупкой овощей. Картофеля, продовольственного и кормового, моркови, свеклы, лука, капусты. Продажа производится по адресу: Брест, Шоссейная 2, подъезд вдоль железной дороги. Телефон 80162-45-29-11 и 80033-388-1493. На работу вахтовым методом требуется рабочая по монолиту. Телефон 8025-644-93-78. Сдается двухкомнатная квартира. Восток, Партизанский проспект. Рядом магазин «Монтана» и остановка. Телефон плюс 375-29-722-82-87. Санаторий «Ружанский». Лучшее место для отдыха всей семьей в любое время года. Большой выбор современных медицинских процедур. Комплекс бань и бассейнов. Крытые отапливаемые переходы. Детский аквапарк. Скидка для пенсионеров 5%. Телефоны. Городской. Плюс 375-163-2-33-4-27. Велком. Плюс 375-44-744-02-03. МТС. Плюс 375-29-754-38-84. Горнолыжный отдых в Буковеле каждые выходные. Телефон 8-33-643-41-93 и 8-29-650-69-58. Паломнические туры к Святой Блаженной Матроне Московской. Телефон 8-33-643-41-93, 8-29-650-69-58. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00 в каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия, позвонив на которую, можно задать волнующие вопросы представителю городского районного совета депутатов или руководству городского районного исполнительного комитета. Инспекция МНС по Ленинскому району города Бреста напоминает: физические лица, получившие в 2015 году доходы, подлежащие декларированию, обязаны в период с 4 января по 1 марта 2016 года предоставить в налоговый орган налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям предупреждает: граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности, не перегружайте электрическую сеть, не эксплуатируйте неисправные электробытовые приборы и приборы отопления. При возникновении пожара звоните в службу спасения по телефону 101. Беларусь 4, Брест. Телефон рекламной службы 8 0162 20 35 45.